Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Diablo 3 Охотник на демонов. Так, у нас сезонная игра. Так, что ж, у нас четвертый акт, я думаю, здесь сделать задание, их тут 5 штук. Так, первое, давайте очистить демонический разлом. Так, что у нас, выйти на второй уровень. Пусть понял. Покоится в мире. Так, нам надо будет попасть на второй уровень. О-о-о. Ты смотри, какие херевшие. Слишком мало ненависти. Нормально все. Забили этих кабанов к чертовой матери. Ай, замедлился, говнючок. Все-таки помогает этот круг замедления. Это что за покоренный Армадон, блин? Ну, сколько у вас будет, ребята? Ну я не знаю, понимали там. Стрельба. Ну, и нихера. А кто бы сомневался? О, вот он второй уровень. Ёпта. Судьба Молтаэля остается загадкой. Архангел, воплощающий собой абсолютную мудрость, потерял покой с исчезновением камня мироздания. Не в силах пережить этой катастрофы, он покинул небеса. Уход Молтаэля был для архангелов огромной утратой, и совет так и не смог оправиться от этой потери. Это было только начало! Надо подождать. Воу-воу-воу, тихо там. Невероятный подвиг! Ну я знаю, что невероятный подвиг рассказывает мне тут. Так, опять уровень у нас поднялся. Тут у нас сопротивляемость 7 стихиям. Конечно, да. Еще! Такая толпа, блин. Крепкий орешек, блядь, адский сотрясатель этот, блядь, сотраситель, блядь. А ёпта, сколько вас? Толпами, толпами вроде. Тьма ждет. Че, все? Ой, тут есть какой-то сундучок. И, конечно, дулька с маком оттуда вылетела. Так, сколько там еще? Пятерых? Надо убить. Для этого нужно больше ненависти. Есть. Так. Я Слаптираэль, Архангел Справедливости, воплощает собой рассудительность и честность.
Он был вынужден покинуть Ангирский совет из-за своего сострадания к человечеству. Говно. Он единственный осознает всю силу нефалемов, которые способны превзойти своих создателей и стать венцом творения. Так, первое задание сделали. Мой желудок как-то странно себя ведет. Может быть, ты снова забыл поесть? Так, как раз снова забыл поесть. Диета, блядь, худеет у нас корма. И ел, пока кусок не перестал лезть в горло. Да что ты говоришь? Так, видимо, ты переел. Да. Как сложно быть смертным. Так, давайте на следующее задание, что у нас тут. Давайте это, убить Араконота. Или что там было? Правильно прочитал Араконота. Араконота, да, вы же думал, что там намудрил. Войти в библиотеку судьбы на первом уровне садов. Йо. После такого никто не выживал. Пошли нахер. Так, надо посмотреть, что тут есть. Так, все, накрышили. Не хватает ненависти. Говняки. Так, нам надо куда-то туда. Пусть покоится в мире. Ой, если бы я не пропустил, тут и вещи падают офигенные прям с этого. Алтаряша, ну его нахер. Что там рычишь ты, морда, блин, дикая. Тик-тик-тик. Туда пошли. Что тут еще живой? Сюда, значит, надо заворачивать. Еще неизвестно, сколько педалей сюда надо будет. Ух ты, бля, как его разорвало. На какашку. Тихо, ребятушки. Достойный противник. Для этого нужно больше ненависти. Тихо, расслабьтесь тут, ребята. Вы что, охренели, что ли? Поломились на меня. Решили батон на меня крышануть. Ага, конечно. Так, я не знаю, да, можно и так пойти, и так. О, тут даже лучок выпал с этого. Ого. Куча-куча вещей хороших падает. Да, я тут на всякий случай пересмотрел, вдруг бы что-то еще вывалилось. Так, тут у нас есть какая-то для варваров шняга. Говно, говно. 0532. Заглядение. Так, в библиотеку заходим. Убить. Ну где этот? Я надеюсь, он тут сразу будет, или еще к нему надо педалить. А, ну тут, наверное, сразу будет этот раконот. Сейчас мы этому раконоту быстренько поставим, блядь, вопросы все над «и».
Да, чувак, там тебя серьезно замедлило. Да, практически ничего не успел даже сделать. До свидания. Чик. Куча всякого попадала. И все. Так, а что, давайте глянем. Да. Все понятно. Можно возвращаться. Так, пока довольно легко и быстро проходят эти задания. Это меня просто радует. Так, идем опять к кузнецу в гости. Дальше третье, что у нас тут. Так, измученные ангелы. Так, освободить. Так, ангелов, да? Заточенных ангелов. Ну хорошо, пошли. Заточенные ангелы. Что там уже убить не можешь этого говнюка? Ой, не то нажал. Смерть. Первого освободили. Да что ты говоришь? Что мне после вот этой игры, вот этой бойни, вот этих существ захотелось Звездный десант посмотреть? Слишком мало ненависти. Посмели осквернить небеса своим присутствием. Да ё. Идем освободим. Благодарю тебя, смерть. Да, пожалуйста. Не хватает ненависти. Мы еще свидимся, смерть. Нелегко их будет убить. Как это нелегко? Все убивают. Вот и все, сдохли.
Так, надо еще найти, где же тут эти ангелы. Так, тут точно нет. Чуть сразу завалилось. Слишком мало ненависти. Так, я не знаю, может идти в сторону, что ли? Где-то здесь... Ага, вот есть ненависти. Давай расстреливай это дерьмо, мелкожопая. Сколько их здесь, ёлки-палки? Дух ангела теперь свободен. Пусть покоится в мире. Да. Благодарим тебя за спасение, смертный. Да успокойтесь, дикие, блядь, черти. Так, хорошо, вот как раз уже идем в последний. Для этого нужно больше ненависти. Успел убежать от этого взрыва. Дебильного, блядь. Надо такому случиться. Все. Бесполезно. Мои имя и честь прославятся в веках. Окей, договорились. Так. Что-то я там взял. А что же я взял? Ой, мне же интересно. Тык. Бум. Непристойная гравюра. Талисман негодяя. При передаче спутнику открывает доступ ко всем его умениям. А-а-а. При передаче все умения. Прикольно. У меня такое есть, кстати, когда я играл паладином у магички, с которой сам меня сопровождает, все умения открыты. Ох, так. Наплечники. Луч мос. Все, понятно. Можно и домой. Пора возвращаться. Так, идем сразу к кузнецу, потолкуем с ним. Так. Хорошо. Так, а это сюда ставим пока что. Так, что у нас там дальше? Прошли. Так, убить чудовищного мерза. Хорошо. Сейчас убьем. Ой. Сори, это у меня. Так, 75 рыл надо еще тут чпокнуть. Демоны больше не властны над вашими душами, ангелы. Это точно, что не властно. Ой, бля, тут надо аккуратно с этими хернями.
че, охренело, что ли? Слишком мало ненависти. Еще не время. Нас ждет могучий противник. Могучий противник. Насасывал там разве что. Что все срывается, все срывается. Сколько можно, блядь? Так, что мы там поубивали? 25 рыл? После такого никто не выживал! Здоровые, блядь. Лошадь здоровая такая вылезла, блин. Так. Когда я первый раз его увидел, я помню, я аж охренел. А сейчас уже как-то так воспринимается. Пофигизм. Так, 50. Еще 25 рыл надо убить. Для этого нужно больше ненависти. Куда ты ломишься, я не понимаю. Где бы еще таких найти? Все тоже подохли, блин. Ты смотри, тихо там. Это было только начало. Так, все, теперь надо... Я даже не знаю, какой лучше. А, не, лучше через верх. Демоны больше не властны над вашими душами, ангелы. Так, я думаю, что я правильно иду. Сейчас сюда завернем, да, все окей. Все, ты быстро сдох? Блять, я ожидал от него больше. Честно скажу. Наручи, штанишки, блядь. Все говно. Я возвращаюсь в город. Так, хорошо. Еще последнее задание осталось у нас в четвертом акте. Как всегда, идем к кузнецу. Без него тут вообще бы пропали. Вещей мало взяли всяких. Итого, последнее задание. Что тут? Проклятая часовня. Проклятая даже ваша. Очистить проклятый сундук. Это мы можем. Это надо найти сначала этот сундук. Твои страдания. О, там уже колдует вовсю. Кровью! Сдохни, блин! Ой, блядь! Я слабею от ран! Не хватает ненависти. Ой, всех расстреляли, это красота просто. Стрельни на эту толпу, блядь. Сумасшедшую, блядь. Ух, как я тут всего пособирал. Так, вижу уже проклятый сундук.
ебанули. У меня пока не получится это открыть. Так, все три. Возмездие! Тут не знаю, как надо фигачить, блин. Еще! Да, это реально нереально. Реально нереально, блин. Говна попадала, вот все, что я тут увидел. Так, давайте обратно домой, сейчас будем идти, наверное. Так, говно. Нет. Нет. 1740, а у тебя что, малыш? 1950. Все, идем домой. Я возвращаюсь в город. Опять? Нет, не опять. Ой, блядь, это что, я обратно чухнул, не знаю зачем. Хорошо, хоть бесконечный портал, это меня вообще тут радует. Это я помню, в Diablo 2 там надо было порталы, блядь, иметь. С книжечкой сходить с порталами. Модификация там не обязательно, это был. Благодаря тебе в этом мире стало здесь. Да, здесь. Так, что-то сейчас попадает, чувствует такая куча всего. Хотелось бы, чтобы легендарные вещи падали. Ух, ё, щит. Да ты что, ну хоть что-то, блин, дадим. А вообще щит у меня и так есть. Так, давайте глянем, что тут за щит. Попался у нас. Крестовой переблокировки атаки героя и его союзники восстанавливают здоровье в объеме ровном за 4 заблокированного урона только для крестоносца. Понял. Так, легендарные наручи, аметист какой-то там, булава, власть Агильда. Вау. Одноручного меча, оберег. Дробящего оружия. Такая херня, одним словом. Так, давайте идемте обрадуем нашего ювелира, что мы нашли ему тут один из эскизов. Пускай радуется. Так, и понеслась. Все, чувак, учи. Так, что у нас тут дальше? Разбирать вещи. Оп. Так, это мой сундук, поставим этот супер щит. Так, еще один ингредиент нам надо найти, и все будет окей. Хорошо. Так, с вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.